Привет, стримаши, обзор еды. Ну, как ни странно, он тоже касается и политики, потому что сейчас сети сделаны, и вот такие, например, нектарины, они 150 рублей продают, а эти вот 60 стоили. Они вполне нормальные, без дефектов. Вот, вполне нормальные. Вот эта груша 50 рублей, килограмм 49, тоже нормальная, она без дефектов вообще. Вот такие были персики, тоже хорошие, но долго они не лежат, если у него появляется мятое место, то все, ему конец, он в труху распадется весь, так что с таким мятым местом срочно его надо съедать. Любое повреждение механическое, это крышка быстрая, наступает гниение. Вот эти персики инжирные, которые называют, они дорогие, 200 рублей. Но тут они старые, естественно, потому что в ларьках, где вот эти дешевые фрукты со скидками, но они помятые, у него вот мятые места. Вкус у них уже потерянный, они не такие сладкие. То есть надо внимательно смотреть. Стоили они 60 рублей вместо 200. Они, ну, в таком состоянии на троечку. Но если он сильно побитый, помятый, то уже покупать не стоит даже за 60 рублей. И вкус у них уже не такой сочный. Так. И здесь уже начинает он, видите, разваливаться из середины. Херня лезет какая-то. Но все равно, по сути, вот эти вполне нормальные. Они потом стали, по-моему, на следующий день турецкие, вроде нектарины, 70 рублей. Но все равно дешевле в два раза, чем в всяких перекрестках. В этих грушах я вообще дефекта не вижу. Может быть, только часть вот эта вот суховатой, которая тонкая часть. У старых она начинает сохнуть, груш. На этом все. Я еще сделаю отдельный ролик по дешевому там морковке, перцев. Но отдельно уже сниму. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте уведомления.